Всем привет, друзья! С вами Сапар, канал Один Рыбак. Вот добрались мы до нашего места. Сегодня хотим половить щуку, поискать окуня. В общем, планов много на сегодня, погода отличная. Ну, в общем, смотрите, что у нас получится сегодня. Оставайтесь до конца. Будет интересно, думаю. Все, буду расставляться и вперед. Смотрим. Вот хороший, 8 метров. Ловим сегодня на подшкурнике. Погода сегодня огонь. Давай, ныряй, дорогой. Приехали сегодня с братишками, с братом. Пятнадцать минут прошло. Поставил 6 жерлиц, была одна сработка. Но холостая. Ну и то уже радует. Так, сейчас расставимся дальше. Еще 4 жерлица поставим. Думаю, будет у нас сработки. Смотрим дальше, ребят. Так, ребята, есть одна сработка.
Так, айпа. Есть первая. Пойдет, пойдет. Первая есть. Где-то еще живой. Ребята, канал у меня новый. Это мое первое видео на YouTube. Хочу снимать для вас хорошие, интересные ролики, хороший, интересный контент. Поэтому следите за моим каналом, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду стараться снимать интересное видео. О, еще сработка. Смотрите, прям только что сработало. О, блин. О, блин, поторопился, ребята. Ё-моё. Да. Ну ничего, бывает. Рыбалка только начинается. Очередная сработка. Эмоции мне переполняют. Опять порвает. Блин, пока добежит Костя. По-моему, поймали уже пару штук. Друзья, еще одна сработка. Ну это вообще ребенок. Опа! Какой мой путь не вырастет.
Нам нужно что-нибудь покупать. Мелочь мы отпускаем, если не повреждены, не поранены. Потому что мы сюда приезжали не последний раз. Думаю, если будем действовать по такой схеме, то рано или поздно нас здесь порадует. Поклевка тут на рыбы. Погода сегодня вообще классная. Да, еще одна сработка. Еще одна там сработка стоит на той стороне. Не знаю, что по звукам получится, конечно. Сука мелковато, но жабры у нее порвал, поэтому отпускать ее не имеет смысла. Побежали. Скользко очень. Надо было коньки одевать. Взяла на дохлого жуста.
братишки что-то там телешуют, что-то колдуют, переставляют с места на место. В поисках рыбацкого счастья. А мы и так счастливы. Нас тоже ставят. Можем дальше взять. Еще одна сработка. Опять эта же жерлица. Такая небольшая. Погнали туда. Блин, очень скользко. Опасно. Очередная сработка. Глуховатая щука. А, опять разорвал жабу. Справа от меня ребята стоят. Мы приехали, а они, по-моему, с ночевкой. Что-то я не вижу, чтобы они бегали.
очередная отработка. Сейчас еще одна была отработка. Не успел подсечь. Еще одна отработка, ребята, там, на той стороне. Что-то мелкое, балуется. Возможно, окунь. Где же крупняк? Где же крупная сука? Только что оставил щуку рядом с жерлицей недалеко. Она кувыркалась и свалила в лунку. Зашарила. Ну, считается. Инстинкт самосохранения. Пока не клюет. Он не потит чайку. Хотел половить жеста немножко. Прикормил бармашон. Одну лунку закормил кашей. Одну лунку с луком. Посмотрим, походим по лункам, посмотрим. Но пока не клюет. Бак клевать не хочет. Окунь тоже отказывается брать. Пока замолчали.
Погодка какая! Это у ребят там гала хорошая, походу. Они там на эмоциях. Вот на французском заговорили. Думаю, может быть, локацию поменять. О! Это проклинило. Ребят, смотри, похоже, бак. Вот такой вот. Это сковородочный. Ребят, даже не знаю, что сказать. Просто наслаждаюсь. По прогнозу сегодня должен был быть ветер. Несколько дней наблюдал за погодой. Но по факту стиль. Я уже говорил, сегодня рыбачу на подшкурнике, так называемые. Некоторые называют их казак. Ну, вспомнил там несколько названий вот этого куста. Ну, я считаю, это сугубо мое личное мнение, что как бы проверено мной, что снасть более эффективна, чем тройники, двойники. То есть это более активная такая получается рыбалка, потому что при поклевке, ну, не нужно выжидать, как на двойник, на тройник, желательно сразу подпускать. Ну, конечно, при подсечке рыба травмируется, если мелкая рыба. Если травмируется, то уже ее не отпустишь, конечно. Хотя при двойниках тоже, если заглотить хорошо, то тоже можно травмировать рыбу. Но в последнее время я рыбачил только на подсумке, так называемый. Если кто не видел этот крючок, пишите комментарий. Специально для вас. Ну, ставьте лайки, специально для вас сниму видео обзор этого крючка. Обзор монтажа. Проверенные. О, вкусный чай с медом.
тормоз мелковатый. Какой-то филинки попал в этот раз. На пожарлицам. Да, тебе жерлицы не видать отсюда, ты видишь? А там двойники пускай стоят. Что-то перестало клевать. Ух ты, что-то было. Чё смеешься? Работать давно не было. Вот, ребята, сработка у нас. Есть одна сработочка. Мелкая щука. Зависит, рыбка большая и маленькая. Опять сработка. Та же самая жерлица сработала. Ну вот, друзья, заканчиваю сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка сегодня мне понравилась. Хорошо побегал. Много было поклевок, много было сходов, конечно. Ну, щука, конечно, мелковатая. Сильно мелких не получилось отпустить, так как они были травмированы. Но по результату сегодняшней рыбалки у нас получается 13 щук. Чебаки. Один подъязок, один подлещик,
пару окуней. Итого получается 5 видов рыб было поймано сегодня. Вот так вот, ребята. Мы будем собираться. Дорога дальняя еще до дома. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем добра, мирного неба, ну и успеха во всем. Всем пока, ребята.